Ой, а поможете, пожалуйста? Если у меня там спросят, зачем ты пришел на этот проект? А ты сам задай себе этот вопрос. Для чего ты пришел на этот проект? Показать, что я такой необычный, особенный. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Черпита, мне 12 лет. Я из города Буча. Я пришел на проект, потому что не хочу, чтобы меня называли девочкой. Мальчики не хотят со мной дружить. Я больше дружу с девочками. Я тоже люблю кукол, шить им одежду, даже делать прически. Двойной колосок, там такой переплет, рыбий хвост. В обществе считают, что это не мужское занятие. Мои одноклассники тоже так думают. Если честно, то это меня очень обижает. Я хочу доказать всем, что я настоящий мужчина и могу добиться успеха. Вы такая красивая. Дякую тобі за компліменти, ти дуже галантний хлопець. Я хочу, аби тобі посміхнулася удача на сцені. Ну, давай, красиво. Давай, зажги. Чуть переживает. А ну. Як вас звати? Звідки ви? Я з міста Буча. Так. Мене звуть Кирилл Черпіта, мені 12 років. Я думала, ви старше трошки. Знаєте, сидимо тоді, ну, повернуті туди, ніколи не знаємо, які ви. Дуже цікаво повертатися і бачити вас. Я хочу вам поаплодувати. Браво. Ви плачете? Трошки. Ну, це від щастя. А, ясно в кого. Він в маму. Тут мама, там син. Далі буде складніше ще. Один етап – це заспівати, другий – це вибрати. Кирилл, ваш голос мене покорив. То, що він вміє пускати мурашки по чоловічій кожі, це, мені кажеться, найголовніший талант. І вам за Джеймса Брауна великий респект. А що ще вас вдохновляє? Хто ваші куміри? Мої куміри – це Адель, Крістіна Агілера, Майкл Джексон. Майкл Джексон, респект, це мій кумір теж в дитинстві. А вы лунную дорожку имеете? Нет, ну учусь потихоньку. Ничего, научимся вместе, если придете ко мне в команду. Скажи мне, пожалуйста, обычно, когда человек поет, выступает, у него всегда есть группа поддержки. Кто тебя поддерживает? Меня поддерживает моя мама, сестра, племянница. 3 месяца ей всего. Племянница? То есть ты дядя уже? 3 месяца всего она уже здесь. А друзья поддерживают тебя, скажи, пожалуйста? Друзья, да, моей сестры свидетельница. Ага. Кирилл, что вас отличает еще от других детей? Как вы думаете?
Вот нам с Потапом сейчас бороться за вас, и мы хотим понять. Другие дети ходят на рыбалку, играют в футбол. Так, лучше. А я хожу, ловлю покемонов. У меня тоже такое было. Да? С подругой. Но я очень творческий человек, мне лучше не поиграть в футбол, а лучше пойти в караоке попеть. Ой, какой ты молодец. Я тебя приглашаю в очень разностороннюю команду Потапа. Я тебя научу разным абсолютно вещам. Но самое главное, чего я хочу у тебя самому поучиться, и что в тебе сохранить и приумножить, это оставаться таким же, какой ты есть, самим собой. Потому что ты очень классный, очень душевный и светлый молодой человек. Приглашаю к Потапу. Все так. Если человек вдохновляет, я верю в победу. Вот вы меня вдохновляете. Правда. Я вас приглашаю. Давайте вдохновлять друг друга. Только не говори, что я выбираю Тину сейчас. Можно чуть подумать? Очень все просто. Мы оба музыканты, оба профессионалы, оба продюсеры. Практически ничем не отличаемся. Ну, разве что... Оба хорошо танцуете. Вот, спасибо за комплимент. Не, ладно, монатик, но для меня приятно. Молодой. Идем в команду к Потапу. Пошли, пошли. Кирилл, нужно делать выбор. Не, подожди еще немножко. Можно делать, давай. Ну, я не знаю, но мне, наверное, по душе Потап. Класс. Да! А как завернул? Интриган. Да! Вот интриган. Я уже был по душе. А как? Потап. А это... Слушай, молодец, поздравляю, молодец, молодец, Тиница. Ах ты, непростой парень. Я тебя поздравляю. У нас с тобой есть чем позаниматься, есть над чем поработать. Ну все, твой триумф, молодец, я тебе поздравляю. Давай пять и вперед. Буча, все. Давай, всех порвем. Все, счастливо. Мы тоже плакали, мы тоже плакали. Семейка плачущая. А вот это движение, вот это вот, я выбираю. Это понятно, что мой человек, понимаешь? Он не уже наполовину артист, еще такой, видишь, и он, как он честно рассказал о том, что отличается от других ребят. Да, что ребята другие играют в футбол,